Обычно мое утро начинается так. На самом деле оно такое. В садик я давно хожу и со всеми там дружу. После садика у нас подготовка к школе в классе. Логопеды три дорога, не заскучишься нисколько. Колик, привет, Колен! Привет, Юля! Спасибо! Пробовал себя везде. И на лыжах я катался. И в театре выступал. И ко дню 8 марта даже танец показал. Но понял, что танцы не мое. И пошел я в ММА. Сначала научусь я защищаться. Потом и в танцы можно возвращаться. Вот так вот день мой и проходит. Но не могу не рассказать о друге лучшем двухколесном. С папуей любим мы гонять.